Добровольцы, которые знают все о здоровом образе жизни и призывают сверстников отказаться от вредных привычек, поспорили за звание «Волонтер года» и «Лучший волонтерский отряд». Финалы конкурсов прошли в оздоровительном комплексе «Пламя» в рамках 10-й профильной смены молодежного движения «Альтернатива». В этом году организация, волонтеры которой работают по принципу «равный обучает равного», отмечает 20-летний юбилей. Проект «Альтернатива» у нас на сегодняшний день объединяет 31 муниципальный район. Он существует практически во всех районах, за исключением одного. На сегодняшний день у нас 203 волонтерских отряда. Почти каждый район имеет в каждом маленьком поселении свой волонтерский отряд. Что касается сегодняшнего конкурса, то конкурсы у нас тоже проходят уже очень давно, практически через несколько лет после формирования проекта мы начали проводить различные конкурсы для того, чтобы закрепить знания у детей, для того, чтобы проверить, насколько хорошо они осведомлены в вопросах профилактики. И самое главное – это дать возможность детям пообщаться между собой и узнать какие-то особенности работы профилактической именно в их районах. В течение профильной смены волонтеры отрабатывают навыки публичного выступления, подтягивают свои знания по здоровому образу жизни, учатся организовывать и проводить интересные мероприятия для своих сверстников – в общем, пропагандирует здоровый образ жизни. Я очень благодарна людям, которые придумали вот эту смену «Альтернатива». Это волонтерская смена, которая подарила нам очень много. Кураторы, которые проводили нам тренинги и уроки, которых мы научились многому, которых вспомнилось все старое, то, что было забыто. Каждая профильная смена у нас рассчитана на 14 дней. В течение дня каждая смена разбита на три блока. Первый блок – это блок теоретический, то есть к нашим детям приезжают специалисты из различных ведомств и проводят свои теоретические мероприятия. Второе – это направление направлено на умение проводить самостоятельно профилактические мероприятия. И третий блок – это развитие творческих способностей детей. Это то, что им дает возможность пообщаться и между собой всем сдружиться. Движение «Альтернатива» направлено на профилактику ВИЧ-инфекций, алкоголизма, табакокурения, употребления психоактивных веществ. С недавнего времени к этому списку добавились сахарный диабет, рак, проблемы с артериальным давлением. Альтернативу всему этому всегда предложат волонтеры движения, помогая своим сверстникам оставаться здоровыми, жизнерадостными и полезными обществу. Добровольчество – это вообще заложено, наверное, у каждого в сердце, но, возможно, не каждый раскрывается для этого. Кто-то может в глубине души, каждый волонтер, но не может это работать как-то с людьми, с детьми, с пожилыми людьми. Кого-то, может, это вызывает какое-то отвращение. Для меня это все как-то пустые слова, возможно, то есть все одинаковые, у каждого свои возможности и раскрываются. Каждый может по-своему. Самое главное в волонтерстве – помогать людям. Дарите друг другу радость и счастье.